За что убили Михаила Круга на самом деле? Михаил Круг, знаменитый шансонье и автор песен, был убит 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Вместе с ним там в тот момент находились еще 5 человек. Супруга, теща, дочь и 2 сыновей, одному из которых едва исполнился месяц. Перед трагическими событиями Круг отдыхал в одном из тверских развлекательных заведений. Домой вернулся незадолго до нападения. В момент расцвета своей популярности Круг получил очень хорошие гонорары. Костенко потребовал, чтобы певец выплачивал ему долю с каждого концерта. Михаил Владимирович отказался платить дань. За это Костенко и навел воров-киллеров на его дом. Целью было не ограбление, а запугивание певца, чтобы тот стал более сговорчивым. Рэкет, причина многих убийств 90-х, поставил крест на жизни Михаила Круга. Шансонье пострадал только потому, что оказался дома не в то время. Киллеры вынуждены были его застрелить. Вскоре и сам убийца Круга оказался в могиле. Его кости нашли спустя 10 лет по наводке одного пожизненника из банды «Тверские волки». В криминальной среде Михаила Круга уважали, поэтому и отомстили за его убийство, не дожидаясь разбирательств со стороны властей. Так в этой среде заведено.